Надеюсь, нас слышно, да? Ну, я уверен. Ну, короче, всем привет! С вами Ромка и с вами... Даня-ка. Даня Горячев. И... Нет. Ну... И все. И, короче, мы решили записать второй стрим по Майнкрафту. Только уже новая версия. 0.11.1. Мы будем все на раз. Скоро выйдет 0.12.0. Так что будем все ждать, скорбить. А сейчас будем на какой-то карте играть. Ну, мы на всяких будем картах играть. Тут некоторые карты делаем. Например, одна ночь с Ромой. Приключения Дани. Приключения с Даней. А давай будем на моей карте играть. Приключения Дани. Будем просто выживать. Ну, все равно потом ВКонтакте уже. Давай, заходи. Просто сейчас у меня технические проблемы, поэтому я не могу в ВК пока что выложить. А видео я вечером выпустила сегодняшнего дня. А, кстати, поздравляем всех любителей Афа. Все, кто любит играть в Афмат на Android, вышла четвертая часть. Хотя уже все знают, так что уже где-то... 2 дня или 1 день назад было 1 год нафу, так что все отпразднуем и так далее. Ну, короче. Вот вчера был день рождения, когда ФНАФ вышел на комп, а вчера было день рождения, когда демо, первая версия ФНАФа, первая часть и первая версия вышла на Android. Ну да ладно. Сегодня мы, а 29-го мы будем поздравлять ФНАФ со второй версией первой части. И сейчас, возможно, мы будем строить какую-нибудь карту, какому-то сериальчику новому. И ничего, мы типичный сериал будем продолжать, только второй сезон сделаем. Нет, сначала доделаем первый сезон, а потом второй сезон. И все пока что. А потом пикаем лавочку и сделаем другой сериал. Ну, давай пока не еще... строить карты, а может выживать. Давай на... Да, про меня карты будем выживать. Ну ладно. Она уже все готова. Только там не... Ну, она только на 10 или на 50% готова. И, кстати, так как я через Pokemon Ditto я переводил эту карту, я могу только летать. Это совсем другая карта. Ну, давай останемся на ней. Это ты? Давай останемся на ней. Ну, мы ладно. Мы даже дом достроили. А это что такое? А что это такое? Почему мой дом сгорел? Я не знаю, может, лесной пожар? Кстати, рядом стоит Санёк. Как обычно, Саша без подколов. Но он решил играть в GTA Vice City, никому интересно. Кто сидит в мой доме? Я не знаю, был лесной пожар. Еле-еле потушил. И вот он вышел. Конечно, я в Майнкрафте Стив 356, хотя толку нет. Часики. Ну, Данька вышел. Она меняет скин. А я, наверное, тоже поменяю скин. Нет, я обиделся. Ну, он еще, блин, обиделся. Ой, блин. Ну, мой дом стоит. Это не на мою версию подружает. Сейчас, подожди. Сейчас скин установлю. Так. Какой? О, я придумал. Ты погромче говори. Ладно. Так, ну что, заходи к тебе. Давай, я уже. Итак, у нас трюм где-то уже 5 минут, а может, видите, я не считаю. Короче, я сейчас до него увидит, как я сейчас выгляжу. Шабле, брат! Шваби Бельгейтс! И сегодня я заклапиваю Майнкрафт. И сегодня я управляю Майнкрафтом. Я сейчас не попал на эту карту. Да блин, я шучу. Я просто... Это же я, Ромка. Просто взял скин Билл Гейтса. А кто догадается, что это за скин? Откуда взял... Откуда... Это из машины мы этот... Юджина? Да. Капитан Юджина? Пойдем, ладно. Ну и ладно. Вот просто еле видно. Что? Топором мазал. Да ладно. Я тебе могу дать броню, если ты только будешь жить. Я тебе покажу, где ты будешь жить. Бил, дебил. А, тут, кстати, это дыра. Я падаю в эту дыру. Бил, дебил. Я поднимаюсь.
Бинго. Не надо, пожалуйста. Иди лучше, вот в этот дом живи. Еще что, вы надеюсь, все знаете этот домик. Да. Если смотрел тебе сериал или хотя бы просто пару секунд смотрел, может поймут, откуда этот только дом. Здесь он лучше. Во втором сезоне он будет примерно в таком виде. Вот мы пока раскрываем свои карты, то есть свои секреты, что будем во втором сезоне снимать. Только, конечно же, без Санька. Или да, который второй герой, который озвучивает Макс. А сам первый человек, который озвучит Макс, сам Макс. Он вообще уехал на море, после чего он пошел в GTA задротить. Ну, это не самое главное. Кстати. Мы будем продолжать сериал. Возможно, мы даже когда-нибудь и подумаем насчет третьего сезона, но пока еще ничего не известно. Ну да. Мы подумаем, но мы даже еще на втором сезоне подумаем. Мы еще первый сезон не досняли по-нормальному. Мы 5 серий только уже. Что, я не знаю. Вот магазин, кстати, я построил. Так. Магазин чего? Рассвет, я вижу. Понятно. Меню один желтый косить, 15 дубовых бревен, плюс рабошка в подарок. Нет, знаешь, я не знаю. Пойдем, я так, знаешь, что ты пока побудь здесь. Кстати, говоришь о жестках в сериале. Вот ты здесь. Скажи хоть, поклонник, а может кинуть голос. Ну, я знаю, что здесь туалет ты будешь подтирать пипку. Вот. А, пука, его почему-то называется СИВ-18. Так, ладно, подожди пока в этом туалете. Я сейчас пойду с вами. Там интересно. Там очень весело. Может, что-нибудь будем делать или типа играть? Ну да, я тебе броню даю. А ты почему бы заявишь, что в стримах там кто-то типа играют, строят? Ну, мы будем все делать. Мы не только на этот шкаф. Если услышите шум ветра и шумаши, то мы на улице снимаем, ибо мы по гостям мы вообще, мы не по сетке. Мы по сетке, но мы рядом с этим. У нас нет никаких нормальных микрофонов. А вот тебе броня, стой. А? И на. Я это сам делал. Надевать шапку. Что? Стой! Это что? Что это за косинка? Я не девушка тебе! Это обычная кольчуга. Ладно, я шучу, я просто шучу. Мне просто кажется, что я Билл Гейтс. Хотя, это бросить, это же стрим. Ну ладно, реально, давай просто играем. И так, выходи ко мне, я тебя накормлю. Мы можем тут даже потом я выложу. Только я стрим чуть попозже выложу, а пока я тут фотки выложу, там ты говоришь. Просто? Так, что тебе дать? Ой, я знаю, что. Поскольку я вернулся недавно с вами, я могу вот этим отправить. Не ломай. Иди, свались откуда-нибудь и съешь его. С тобой. Только не сыпь. Пошли свалимся с моей мачты. Пойдем за мной. Зачем? Ну, пойдем, чтобы поесть. Только закрой дверь. Ты, кстати, в сериале? Я напоминаю, он всегда забывал за собой дверь. Ну, потому что у меня еще пар новый купит. И мне он как раз сейчас... Прыгаем! Не буду. Все, я тоже пошел. Ну, короче, у меня планшет еле-еле работает, поэтому... Я кусочек съел. Поэтому еле-еле... Кусай. Я тоже немножко его съели. На второй этаж пока не надо. А сейчас я могу, если Даня разрешит, хотя зачем Даня разрешит, если я смотрю, что я покажу хотя бы карту, не выпуская еще ее, что я делаю. Но Данька пока не должен сходить, у меня все бомбануло. Ну ты же можешь бомбануть. Стёк. Ну, короче, сейчас покажу, например, не нашумел, покажу вам, например, одну пародию. Одна ночь с Ромой. One night at Roma. И вот сейчас и вот та карта такая большая. Вот сейчас я доделаю еще комнату.
пока делай, я скоро приду на бомбит. Я не знаю насчет этого бомбит. Сейчас быстренько покажу, да, длинный коридор, ну что. Ну пришлось так сделать. Я захожу. Не надо. Не надо? Почему? Я не буду жевать. Ну ладно. Другую карту давай. Сейчас чисто листа. Ну, что переворачивается экран. Ибо у меня он не работает теперь. Нет стак сенсоры, поэтому ничего не получится. Выживание. Что ты делаешь? Мы выживать будем? Да, бесконечно. Начинаем стрелять. Мы там рассказали про сериал, так фуфу, а возможно я буду снимать. Хватит уже так говорить. И будут снимать всякие... Наш сериал самый нормальный. Мы просто снимаем первый, это для нашего удовольствия. Нам плохо, что вы скажете плохо. И, кстати, кто-то... У вас все белое. Да, проверьте. Зевать что? Дальше. Сначала песка добуду, а потом я найду пороха. Ты дурак, что ли? Я буду делать динамит. Я хочу динамит. Ну что делал, мы вином делаем, потом плохо. Ты делал, сколько набрал? А че вы так тупо говорить, как школьники? Мы же не школьники. Нет, мы школьники. Давай мне все дерево. Зачем? Хочу его. Забирай свою дичь. Не, я хочу... А ничего, все хорошо. Все нормально. Я нашел глину, чтобы скрать. Все, что нужно для выживания. Я подкаст делал, а то ухалил смотреть за первый. Ты для них что-то надо. В то время я уже один стак глины собрал. Примерно один или два часа. Да, кирпичи дома, чтобы тебе не поращивать, чтобы против не поращивать. Кирпичи не горят. Вот вы уже почти все. Вполне нормально. Я кирка и все. Я верстак уже поставил. Мы вместе выживать будем или по отдельности? Я ничего не понимаю. Я не знаю. Я соленила, хотя это не соленила, что еще это было в прямом эфире. Мы сейчас в прямом эфире. А, это не в прямом эфире снимать? Это на компьютере. Чуть-чуть программу, потом зайти на компьютере в YouTube. Потом скопировать IP-адрес стрима, потом перекидывать программу и все, ты можешь быть стрим. Хотя это совсем плохо. Вот я для себя делю собрал. Кстати, подписывайтесь на канал Карми Нагами. Я его обожаю смотреть. Он, конечно, возможно, не знает этот канал. Но я не хочу. Но он The Last of Us хорошо проходил. Я не могу включить, потому что Wi-Fi сейчас дома не работает, так скажу. Тут бревно упало. Ну, короче, рекомендую подписываться на канал, как того же. Ах да, на канал Капитана Юджина, там крутые машины, про всякие, всякую про
Майнкрафт. Например, почему нубы играют в Майнкрафт? Или, потому что они или почему нет предметы из лазурита? И там, и почему, и там, и без экстрасенсов, там маленький сериальчик от него. И многое другое. Подписывайтесь. Смотрите на нашем канале наш типичный сериал. Надеюсь, вам понравится. Блин, я же лишь так Ноль. Я его взял с собой, блин. Мужики, костяков ломают. Я тебе сейчас камень нормально сразу дала, которым можно быстро все делать. Если взял мазу ломать, там что такое. Это железо. И железо. Железо, это железо. Алмазы там. Кстати, алмазы брони в реальной жизни существуют. Мне кажется, железо. Никто не брони зачем. Еще в стриме будет тихий голос, такой большой тихий голос. Это я, типа свои мысли выражаю. Иногда, когда мне кажется, почему Данька все так ленив ведет, он трясет перед мной жопой, поджигает мои карты. Нет, я вообще не поджигаю. Блин, он считает мои мысли, надо поговорить о чем-то другой. Чего ты говоришь, я тебя не понял. Ты сейчас слуха рассказал, понимаешь? Чего ты улыбаешься? Мне твоя песня не нравится, а не словно. Слепой. Чего? Чего? Лучше подкаст два сними, вторую часть, еще. И разговаривай с ней. Что ты думаешь обо мне? Знаешь, конечно, она есть. Можно жвать. Так, я себе 41 бревно. Уже темнеет. Давай посмотрим на этот рассвет. О, а я пока что сделаю гирку. Тут такой баг, знаешь ли, вода, не вода. Логично, да. Я представил, зачем мне? А мне нужен. У меня есть. Так, я сделаю себе лопату, сделаю себе лодку белую. На всякий случай. Нормально вместе. Пожалуйста. Вон. Так мало камешек. А если лодку? Что? Блин. Так, хорошо, что у меня. А, так. Так, ну что, придется переждать, блин, ночь. Я пока из дерева делать буду. Ну пока что, потом будем делать камни. Вместе будем жить.
Окей. Ну ладно, нам нужно ветошь где-то еще найти. Ну зачем? Пока не надо, у нас железо вообще нет. Или потом мы их найдем. Это же я гнилю бесконечно. Так, я тебе сейчас даю доски на строй. Да подожди. Я уже накопал камни, я тебе потом дам, у меня уже камни. Мне просто нужно уже сделать, как сказать, печку. Я уже ее сделал на инвентаре у меня. Ну зачем ты делаешь еще раз? Так, сейчас я... Ну, да. Бить буду каменным, наконец-то, топором. Быстрее гораздо. Конечно, как алмазный топор. Так, это дерево вообще тут срублю. Заодно проверим каменный топор. Так, я не на себя долго уйду. Так, 41%. Когда будет 15, я прекращу запись, ибо у меня запись удалится и будет кранты. Сейчас загрузится Майнкрафт. То, чтобы дерево надо не израсходовать. Да и думал, что нам нужно. Все нам нужно. А ты сейчас видео снимаешь? Да. Я же говорю, мы в прямом, блин, эфире. И Майнкрафт взял. Опа. Все, все нормально. Все, короче, идем, да? Так, все. Я дальше не хочу. А это листва. Вот. Не листва напугала. Да подняться не могу за листвы. Что надо сделать? Такое примерно окошко. Ну, а кто дверь? А кто будет делать дверь? Не поставь верстак? Ну, давай. Не глухой. Давай поставим. У нас пока хороший. Так, я пока сделаю нам два крючка. Вот. И возьму вот эти. И сразу так морды делают, и что-то делают. И что-то делают. И что-то делают. Так, я ладно, теперь не скажу. Как это будет? Так, а где диванчик поставить? Диван что? Я могу диванчик поставить. Да где хочешь? Ну пока у нас полов нет, не надо пока что. Я пока дверь делаю. Белый. Какой? Из белых досок? Или как? Или белых каких? Я сделаю вот такой. Может быть белый будет. Только давайте читать дубовая, если она из березовых блоков. Тут разницы нет. Я пойду пока что добуду. А, у меня его куча еще. А у меня нет. Ну я поделюсь того, что это как маленький блок. Вот я могу дать ей. Я тебе еще, кстати, дозу кучу там давал. Я их уже все израсходовал. А? Нет. Еще нет? Молодец. Я вообще только вырезаю. Так, ага. Поскорей бы было утро. Не надо. Называется выживание в Майнкрафте без модов. Но хоть на мир, но потом будем хардкор, когда будем подготовлены. Так что будет интересно, могу перевести, наверное, да? А, чего? Хочешь, я могу сделать сам сложный режим. Зачем? На хардкор. Пока не надо. Блин, у меня доски кончились. Ну ладно, я еще себе сейчас сделаю. Не кончится. О, береза! Не надо ее рубить. Почему? Потому что я с ней подружиться успел. Все? Она жива. Я уже дверь поставил. Забира. Так, ну на лохошку. А мы не будем второй этаж, если такое делать? Зачем нам уже второй этаж? Мы даже первый этаж. Моди, моди. Лопатой. Каменный. А я тут аккуратно песок с берега убираю.
просто для Степы собираю. Как мы молчим? О чем поговорить с вами? И кстати... Кстати, мы будем иногда проходить карты для Майнкрафта, мы будем лично для вас находить. Потом Ромка один будет снимать. И кстати, у нас 5 скоро будет. Да ладно, а как ты знаешь? Возможно. Потому что это конец оригинальной истории. Угу. А что дальше замутят, это уже дальше думать. А уже тебе нужно ждать, что будет 31 октября сделать. Кажется, откроется Или DLC добавится. Возможно. Может быть, скоро и выйдет. А, кстати, мы ждем, очень ждем версию Майнкрафта 12. 2.12.0. И можно будет зачаровать дерево там какие-то. И там будет наковальня, а. Опыт будет, а пусть еще да. Будет холодно есть. Да, наконец-то. И короче, не только мы ждем, и Саша. Саша же будет думать нам. Хотя бы бадем. Упоминаем. Черт, ты меня закрутишь? Подожди. Где печка-то, я не поставил. О, утро. Как тебе наш домик? А, печку я еще не делаю. Верстаки. У меня камень есть, хватает. Вау. Ты смотри, как он остается. Ага. Ну, я сейчас делаю печку, но у нас пока вот на открытой. Печка. Ну ладно, я делал печку, и сейчас я буду делать стеклышко. Что бы мне сюда пошло? Я думаю, ровно 7 не помешает. Эй! Это песок. Я потом. О, кстати, у меня 15%, пора заканчивать. Ну что, мы Не я не знаю, можно сейчас прекратить вообще. Чтобы он не так быстро разряжался. Итак, я делаю сейчас 16. Ага, 5000. Кстати, у меня уже 1, 2, 3, 4, 5 стаков глины. Чтобы сделать что-то другое, сделать кирпичное. А! Надо тут дырку закрывать, что-то пытаюсь. Вот так вот. И закрыть нужно дыру. Вот. А что ты стекло поставил? Не знаю. Ты что дверь убрал? Какую? Тут дверь была. Где? Блин, все, хватит снимать. А? Ага, лак. Ну ладно, все, я заканчиваю стрим. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.